Шалом Хаварім, любі друзі, я так дякую Богові, що в нас є ще цей пурім, той пурім, який ми святкуємо, буде дуже гарним. З надією дивимося уперед. І цей Пурім – це свято нашої перемоги. Я дуже радий, що ми можемо з вами спілкуватися. Це другий пурім у війні. І я сподіваюся, що усе у цьому році. Закинчится. Я надеюсь, что наши молитвы будут почуты Богом. Я даже знаю, что это будет радостно. Какой-то человек решил изменить мир. Но только один человек смог это сделать, Ишуа. Мы говорим о Пуриме, вспоминаем, что избавление приходит свыше. Человек может планировать человек может предполагать, человек может просить. И я знаю, что для нас очень важно пост и молитва не только в празднике, но также и в повседневной жизни. Просить Бога о милости. Рахем. Мы часто говорим эти слова, милость твоя, Боже, пускай обновляется каждое утро. И для нас 24 февраля было совсем другим утром. Мы празднуем сегодня Пурим, уже второй раз за войну. Но вы знаете, это постановление о победе будет праздноваться и в следующее поколение, как это было во времена Эсфирь, после победы. После того, как еврейский народ одержал победу над врагами, они установили праздник, как и мы установим наш праздник победы, то и свободы, то и воли, как в нас есть. Я зачитаю это место из книги «Есфирь». Мы в этот шаббат, мы празднуем и мы читаем эту всю книгу. Это будет очень интересно. Но послушайте. Написала также принцесса Исфирь, дочь Абихаила и Мордахая Иудеянина, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме и послали письма по всем иудеям, 127 областей царства сердца со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурима в свое время, какое установил о них Мардахей, Иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначали их все для себя и для детей своих в дни Пощение и воплей. Так повелели в сфере, под, подтвердило слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Я верю, что и в мы будем праздновать победу. По мы тоже своим детям напишем, чтобы мы праздновали этот праздник. Пур означает брошен жребий. Кто-то бросил жребий и решил уничтожить страну уничтожить людей, которые, которых считали раньше братьями. Какой-то злой аман решил уничтожить народ, который надеется на Бога. А мы все такие разные. Мы действительно все разные. Но нас объединило одно целое. Это надежда. Надежда на Всевышнего, надежда только на Бога. Молитва. И я верю, что этот пур, который был брошен, также будет описан всеми историками. И народ Божий победит. Народ Божий выйдет победоносно и будем праздновать нашу победу. Хакпурюсамаек, дорогие друзья.